23 ноября нежелание расти может принести разрушительные процессы многим знакам зодиака. Пессимистического настроения нужно избегать и настроиться на позитивный лад. Овны, сконцентрируйтесь на работе, не отвлекайтесь по мелочам, тогда вам все удастся закончить вовремя. В разговорах с начальством держите себя в руках, будьте предельно вежливы и обходительны. Оплошность в этот день дорого обойдется в будущем. Тельцы вас ждет сложный в эмоциональном плане день, когда легко потерять желание работать и поддаться меланхолии. Решайте вопросы по мере поступления, не впадайте в панику при небольших задержках. Помните, ради чего вы работаете и что вас ждет по завершении проекта. Близнецы, обратите свой взгляд на те дела и сферы жизни, которые вас давно интересуют. Если даете обещание или обязательство закончить работу в срок, хорошенько просчитайте свои возможности. Неисполнительность может подвести ваших партнеров и доставить всем неудобства. Раки вас ждет насыщенный и нервный день, но постарайтесь найти немного времени для приятного расслабления и отдыха. Так вам удастся избежать стресса и переутомления. Если вы собирались начать новый проект, то сейчас самое подходящее для этого время. Львы, ваша интуиция поможет 23 ноября избежать многих ошибок в расчетах или планировании. Вы четко увидите, в чем состояла проблема и как ее решить самым рациональным способом. Не беритесь за все дела сразу, выделите самые перспективные и уделите все внимание им. Девы, 23 ноября не занимайтесь мелкими ежедневными делами. Сконцентрируйтесь на важных и долгосрочных проектах, которые могут принести прибыль или большой успех. Не поддавайтесь эмоциям. Действуйте, руководствуясь разумом и логикой. Пустые разговоры вас лишь отвлекут. Весы, освободите место в жизни для грядущих перемен. Сделайте уборку в квартире, пересмотрите планы на ближайшее будущее. Забудьте обиды и негативные переживания. Если вам удастся пересилить свою лень, то ждет успех в конце рабочего дня. Скорпионы, в потоке информации и новых дел вам будет трудно сориентироваться и адекватно реагировать на происходящее. Старайтесь притормозить события, не отвечайте сразу на предложения. Держите эмоции под контролем. В личной жизни все идет просто замечательно. Стрельцы, желание сделать все и сразу приведет к разочарованию и нервному перенапряжению. Выделите пару самых важных задач и займитесь их выполнением. Обаяние поможет вам наладить нужные деловые связи и привлечет противоположный пол. Козероги, распланируйте свой новый день заранее, чтобы избежать опозданий и отмены встреч. Так вы успеете сделать больше и еще останется время на отдых. При общении с близкими будьте мягче и терпимее, иначе можно ненароком задеть их чувства и обидеть. Водолеи, импульсивные действия могут вовлечь вас в неприятную историю, поэтому взвешивайте слова и думайте о последствиях. Возможно изменение планов и встреч, которые вы наметили на этот день. Следуйте за обстоятельствами, и все закончится удачно. Рыбы, умерьте свою активность и напористость. Этим ничего не добиться, можно лишь испортить отношения с начальством и коллегами. Планы могут меняться, но это будет вам только на руку. Не упускайте из виду конкурентов, используйте их ошибки. Всем знакам зодиака звезды советуют 23 ноября с осторожностью обращаться с электроприборами. День носит негативный и травмоопасный характер. Звезды знают, что говорят.